президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении ректора Бакинского государственного университета Абеля Магеррамова, сообщает Азертадж. Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что Абель Магеррамов вместе с депутатом Сиявушем Наврузовым устроили пьяный дебош в одном из отелей Мадрида, где участвовали в конференции. Напомним, что Абель Магеррамов занимал эту должность с 1999 года. Не забудь подписаться на канал.